Здравствуйте, с вами канал «Право на жизнь». Однажды зимой Слава возвращался с работы домой. Но неожиданно он заметил на обочине совсем замерзший комок шерсти. Тот совсем не двигался, и было непонятно, что это или кто это лежало на дороге. Слава все-таки решил остановиться и проверить, не живое ли это существо. Подойдя к комку ближе, он понял, что перед ним лежит обледеневший котенок. Сначала тот испугался Славу, но бежать не было сил. Слава привез котенка домой и дальше отогревал его уже у батареи. Животное было очень благодарно своему спасителю, и его урчание не прекращалось ни на минуту. Добрый человек решил оставить кошечку у себя и назвал ее красивым именем Ника. Скорее всего, котенок потерялся и каким-то образом очутился в поле, где даже не было ни одного дерева, чтобы спрятаться от снега. А возможно, что его просто выбросили прошлые хозяева. Слава свозил Нику к ветеринару, который установил, что кошечке всего 6 месяцев. А из-за длительного нахождения на морозе ей пришлось ампутировать хвостик. Теперь у этой красотки все просто замечательно. Она любит играть и просто обожает своих новых хозяев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Давайте вместе делать мир лучше.